Тихо. Тихо, 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 тихо. Кто-то есть. Так, так, так. Помнишь, как ты играл раньше? Забудь! Мы представляем вам проект серверов Anturnet Z, пожалуй, лучший из проектов. Мы не соврем про то, что у нас все идеально, но у нас отличная оптимизация, ежедневные акции, уникальные системы и круглосуточная техподдержка. Anturnet Z. Новая надежда для Anturnet. Всем привет, с вами Теспи, и мы продолжаем играть в Anturnet на RAS-сервере. Ребята, давайте соберем 1500 лайков, я уверен, что мы сможем это сделать. И если вы вот сейчас возьмете, поставите лайк, а еще если подпишетесь, нажмете на колокольчик, то вот у нас и получится 1500 лайков, просто некоторые забывают ставить. А ведь благодаря лайкам я выпускаю серии почаще. Приятного просмотра. Значит, захожу уже на следующий день, у меня, я посмотрел, ящик полностью забит, надо срубить деревья, чтобы у нас немножко хотя бы оптимизировалось утро, разложить по ящикам, а для этого надо срубить деревья, потому что металлофрагментов у меня много, тут смотри, стак, тут у меня куча стаков и так просто валяется металлофрагментов, а для ящика нужны металлофрагменты и дерево, собственно, так что дерево мы сейчас пойдем рубить. На удивление, меня никто не зарейдил, самое прикольное, учитывая, что у меня только одна дверь стоит, наверное, так непонятно, еще вот тут вот, конечно, я закрылся. Значит, попробую еще, наверное, потом достать этот шкаф и поставить в другое место. Возможно, шкаф мешает постановке двери. Установки. Значит, выходим. Так, лук. У меня еще одна дверь. Так. Там у нас парнишка. Он у нас рубит деревья. Судя по всему, дробовик я не брал, и нам надо немножко разогреться. Возможно, он срубил деревья, мы его убьем, и нам ничего рубить не придется. Но это вряд ли, конечно. Значит, да, смотри. Смотри. Бревнышко мы возьмем. А вот там, смотри, ткань валяется. Дружище, ты куда у нас уходишь? Давай, иди рубись это. Так, хорошо. Ах, не попал. Давай, не убегай. Я понимаю, это за ут, и ты хочешь скрыться, но я не дам тебе. О, май гад, вот это эмоджи хедшот. Неразыгранный зашел и такой хедшот дать. Опа, там еще чувак. Главное, чтобы он не знал, что я тут подлутываю. А, слушай, так это бомжарик. Так, а кто срубил? Значит, надо искать. Возможно, он срубил у нас деревья. Там кирка еще, топорик, но не будем его брать. Хер-то с ним. Значит, тут кто-то пробегал. Так. Ты у нас пробил деревья? Вот так вот. Не-не-не-не-не-не-не-не. Не двигается, он двигается очень странно. Да ёшкин кот. Как так я не попадаю, не понимаю. Это... Вот так вот, все, наконец-то. Получилось. Так, дружище, что у тебя? И у этого деревьев нет, но у этого фрагмента, который можно переработать. Ладно, возьмем его, их кирку-топор. Что у всех бомжиков теперь хорошие топоры, но лута нету почему-то. Куда они его девают? Непонятно. Серный камень у нас тут есть. Но кто же у нас рубил деревья? Придется, походу, самому рубить. Я думал, это будет вообще изич, да? Не придется ничего рубить, а нет, придется. Не нашел я этого человека. Опа, тут схрон в дереве. Секундочку, тут схрон в дереве. Я срубил дерево, тут схрон в дереве. Вот это... Сачелечку бы сюда потратить, да, с удовольствием. А, подожди. Мне, кстати, сказали, я спросил, надо киянкой. Киянкой можно проверить, сколько хп у постройки, и это уже смысл скрафтить кияночку. Кстати, и заодно мы узнаем. А, у C4 вроде бы 300 или 200 урон по постройкам. Киянка как у нас крафтится? Киянка 10 дерева. Хорошо, киянка есть. Сейчас еще несколько ящиков тогда скрафтим. Так, вот у нас два ящика стоит, и сейчас уже можно... Взять киянку с собой, а как ее надо в руки брать? Экипировать? Прямо экипировать? На тройку нельзя? Нет, надо экипировать. Ну погнали проверять. Ёшкин кот. Интересно. Блин, надо дверь срочно ставить. Нет, надо дверь. Давай дверь поставим. Ёшкин кот. То, мне кажется, это именно ящик мешает. Вот ящик сейчас уберем, и все окей будет. То с одной дверью жить это вообще какая-то ерунда. Вот сюда вот пускай стоит этот. Это мы все поднимем. Да, смотри, киянка показывает сколько хп. А мой ящик? У ящика 10 хп! Господи, а у этого ящика 20? У этого 20 ящика, у этого 10, у шкафа, у печки 50, стенка 2500. Я себе стенками оградил, которые по 2500, а у двери? У двери 0 показывает, почему-то странно. Блин, офигеть, кияночка! Блин, насколько же тут круто сделали! Господи, это ж просто прекрасно!
10 у кровати, у костра... У костра 200, у кровати 10. Костер очень сложно сломать. Ну, значит, если мы сделаем С4 или бобовочку, мы точно сможем уничтожить. А для того, чтобы нам сделать бобовую сочель, я тоже узнал, знаешь, что нужно? Нужна бобовая граната. Без бобовой гранаты ты бобовую сочель не сделаешь, именно поэтому нет крафта бобовой сочели. Нужно добыть рецепт на бобовую гранату, а чтобы их добыть, надо искать. Вот, так что вот такой вот облом. А огнеметом ты ничего не зарейдишь. Значит, кияночку мы тут оставим. Пускай нас тут тусует пока что. О, да. О, да. Значит, а мы сможем сделать нашу имбу? Да, это работает, отлично. И человек не сможет пройти, не сможет пройти к нам. Замечательно, сработало. Вот с этими дверями все работает, отлично. Фух, значит, не все так плохо, как казалось на самом-то деле. Значит, немножко лут я оптимизировал, сюда сложил high-quality металл, у меня достаточно много получилось. И вот сюда вот я сложил обычный металл. Значит, high-quality металла у меня много. Тут у меня всякое такое барахло, которое очень даже полезное. Вот смотри, тут, ну, как бы вот эти вот рецепты. И часть барахла надо бы переплавить, и все, что надо переплавить, я заберу. Какой еще для себя вывод сделал? Это надо иметь огромное количество запасных луков и стрел. Для этого, конечно, надо добыть очень много дерева, но это не проблема. В общем, в начале старта нужно что-то такое, чего ты можешь отталкиваться. Конечно же, дом, ресурсы и то, чем ты будешь сражаться и добывать. Это все надо прям подготовить. Я чувствую стратегию, которая мне вырисовывается, будет в следующем вайпе. Моя цель будет, и очень надеюсь, но это, конечно, очень оптимистично, зарейдить самые топовые базы. Брать именно самые топовые и рейдить их нахер, вообще сносить под ноль. Забирать весь лут. Кусочек карты? Это что такое кусочек карты? Подожди, я не понял. Кусочек карты. Я тут видел, что-то писали насчет кусочка карты. И... секундочку, вот это мне надо разобраться. Кусочек карты. Так. Собери 4 кусочка, собери карту и вперед за сокровищем. Получается, мне еще один кусочек... 3 кусочка, я смогу отправиться за сокровищем. Нихера. Обалдеть, а вот этого, конечно, прикол. Здорово. Риутхельмет. Блин, мне опять что-то выпало топовое. Сколько процентов защиты? 35. А у моего шлема... А я шлем этот не изучал, Кових? Его ж вроде бы можно изучить. Секундочку, надо это проверить. Кофе. Кофе-лейк. Да. Вот так вот. Бомжарик, я тебя тоже убью. Прости меня, но ты меня пугаешь. Страшно, просто вырубай. Свой-то шлем я не изучил, мне надо бы его изучить. А сколько мне нужно скрапа для моего шлема? Для моего шлема нужно 125 скрапа. Ну, в принципе, это реально, мы сейчас насобираем. Да, неплохо я так переработал, но этого тоже, наверное, не будет достаточно. Сотки тут пока что нет. Пока у нас ночь, я решил немножко залезть в крафт и скрафтить вот это вот, я не знаю, собрал 35 косов и посмотрим. У меня как бы косы есть. Сколько защиты? 50% тоже. На самом деле, просто офигеть. Из косов дается просто 50% защиты, это ж очень много. А сколько дается из металла? Там что, 90? Что ли? Очень много защиты. А в моих штанах вообще защиты никакой нет. Давай их выкинем. Зачем они вообще нужны тогда? Вау, просто. Я сейчас мега экипирован. Мне осталось какую-нибудь топовую броню скрафтить. Я тут посмотрел очень хорошую броню из вот этого вот Heavy Jacket. И в принципе она должна быть хорошая, потому что их с High Quality Metal делается. И ради теста можно посмотреть. У меня как бы ресурсов на нее должно хватить. Страшно. Что за звук? 70% защиты high quality metal. 70%. Что за звук? Это может огнемет такой? Очень похоже, надо проверить. Слушай, у меня еще мега экипирован, можно попробовать рискнуть. Дробовик возьмем. Возьмем патрон на дробовик. Как бы если что, скрафтим дробовик, не страшно. Тихо. Тихо. Кто-то есть. Может быть, это отсюда был звук? Страшно, вырубай. Пацаны, выходите. Строится. Блин, у него что-то хорошее. Что-то хорошее. А почему звуки, как будто он по земле ходит? Ну, вроде бы эта дверь еще медленно открывается. Насколько я знаю, это уже такая гаражная дверь. Она не должна мгновенно открыться, она должна медленно подняться. Но я не знаю. Очень надеюсь, что она медленно будет подниматься. Ну давай, уже посветлело. Ну давай, выходи. Уже солнышко взошло, и ты тоже должен зайти. Только на небеса. Открыв дверь. Пожалуйста. Не понял, что ты стрельнул. Случайно, походу. Страшно.
Потом в меня. Ну не может же такого быть. Видишь, уже солнце поднялось, уже очень светло, он не выходит. Я скоро уже буду умирать от голода и не хочу просирать день на то, что я сижу у дома. Если бы он хотел, он бы уже вышел. Не знаю, может он вообще ливнул сервера. Значит, уходим. Уходим. Другого варика я не вижу. Надоело мне сидеть. Слишком. Если бы я был такой принципиальный, я бы, конечно, я бы сидел и сутки, и двое, и трое. Но нет, я хочу побегать. Не очень в кайф сидеть очень долго. Если бы это было так, ну, долго, то я бы посидел, да. А так не хочу. У нас, кстати, на локации кто-то переплавил что-то. Погнали заниматься тем, что отбирать лут. Это наши налоги. Налоговая пришла. Сейчас мы все заберем. Опа. Ай-яй-яй-яй. Не попадаю. Я наперед напереждение кидаю. Не попал все равно. Так. Но все-таки не хочется тратить этот дробовик. Я лучше его с лука запинаю, если он такой очень простой у нас персонаж будет. Так. Главное, чтобы у него... Опа. Неплохо. Он что, наверх забрался? Не, он вниз спустился. Ага. Чё ты не умираешь, дружище? Все умер. Что ты долго жил у нас. И у нас неплохой лут, судя по всему, этого персонажа. Ну, нет, на самом деле, не особо. Опа, это что такое? Сайленсер, глушитель. И огнемет он нам принес. Снимаем модуль, снимаем эту вот фигню для огнемета, потому что нам как бы огнемет и не нужен, только вот эта вот штука. У нас проблемы с едой, так что погнали на заправку. На заправке у нас точно есть еда, это я знаю. Еще посмотрел, у нас тут срубленные деревья снова. Опять кто-то тут обитает, но я никого не увидел. Будем искать. Опа. 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 Здравствуйте. Секундочку. А, я думаю, это человек, господи. О, да, просто космос. Прекрасно. Я просто, я не знаю, замечательно, потому что печка — это человек. Ну, что только не увидишь в этом антюрнаде. А кто-то еду у нас всю забрал. Значит, отправляемся дальше в поисках еды. Не знаю, еда нужна очень срочно. А где ее искать? Грибы есть, мы ими не наедимся вообще. А где еще тогда? С едой реально могут быть сейчас проблемы, от нее умирать не хочу. Так, ну хотя бы кукурузка, я не знаю, но она же мне восстановит что-то. Ну да, чуть-чуть, но теперь она не будет восстанавливаться. Мне нужна вода, потому что я сыт. Ох, блин, ей вода, где же мне ее найти? Нужна эта коробка с едой, а я ее фиг найду сейчас. Опа. Так. Так, дружище. Вот так вот, до свидания. О-о-о, друзья. Вот это мне нравится. Это, наверное, лучше, чем еда. И водичка у него есть, да? Просто чувак то, что надо, мне принес. То, что надо. Я даже не знаю, как тебя благодарить, дружище. И компоненты, которые мне нужны, и какие-то вообще камеры непонятные. Это, походу, дом надо будет перерабатывать. Спасибо, я, пожалуй, ухожу обратно. Знаешь, я нашел отсылку к видосу на втором канале. Я просто пробегал табличку, и тут это отсылка к видосу на втором канале, где я выпустил DayZ. Кто вообще знает эту отсылку, обязательно пишите в комментариях. Мне интересно, кто вообще смотрит мой второй канал, потому что там гораздо меньше просмотров, чем на моем основном. И я сначала прочитал, не понял, а потом охерел. То, что люди даже не знают, что я тут играю. Просто взяли вот так вот, написали. Приятно, очень приятно, друзья. Еду я соберу побольше, потому что, чтобы у меня было дом, потому что не хочу снова бегать за едой. Это тоже надо запастись едой в следующем выживании на расте, в следующем вайпе, так точнее. Так что, да, мне, знаешь, вообще в кайф сейчас играть на раст-сервере. Я не знаю, вообще, он так изменился, он настолько стал для меня понятнее, приятнее, что я даже не знаю, вообще кайф. Только вот я не понял, как перерабатывать у нас нефть. Ссылочку, кстати, на свой второй канал я оставлю в закрепленном комментарии. Кому интересно, заходите, смотрите, ставьте лайки, комментируйте. Мне будет очень приятно. Я думаю, своего зрителя я там тоже найду. Так, смотрим, что у нас получилось с этим. Слушай, вот это уже намек на то, что я смогу изучить себе броню. А это очень хорошо. 68, охренеть, 68 настаков. Я так настакал, что мне просто не вмещается, охренеть.
Это мы тоже собираем, и должно хватить места. Ну давай ты уже, ну всовывайся куда-нибудь. Я понимаю, места мало, но... Все, вместилось. У нас еще Пэшка. Это же Пэшка вроде бы называется. Пистолет Пэшка. Очень хорошо. Пэшку же тоже надо изучить. Пэшка мне тоже, я думаю, нужна. В принципе, хороший пистолет должен быть. И револьвер у меня есть. Но думаю, Пэшка лучше. Опа. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Мне, пожалуйста, ваш лут пригодится очень сильно. Что вы насобирали? Да, сульфуры, то, что мы переплавим. Куча камня, можно немножко апгрейднуть дом. В принципе, камень заберем, мне понадобится, почему бы нет. И вот эти вот металл-оры тоже пособираем. Да, мне это все пригодится. И пистолет у него еще был. Ну, дружище, долго ты искал свой пистолет. Я не понял, вот это вот что такое? Explosive Trap, это что? Это... Эти можно рейдить? Вопрос. Надо проверить, я не знаю, я попробую. Только... Как? Это ставится... Да, неужели это просто ловушка? Это просто ловушка, и можно рейдить вопрос, давай попробуем. Просто мега интересно, можно ли ей зарейдить. Вот, ну, допустим, я не знаю, ну, поставить ее где-нибудь куда, ну, вот сюда, допустим. Так, и... Я не хочу наступать на нее. Господи, давай мы это сейчас выкинем немножко лута и после этого наступим, просто проверим. Я думаю, я сдохну, но если что, я же себя залутаю. Да, смотри, камера у нас разбирается, ноутбук разбирается на металл-фрагменты. Вот оно еще. Металл-фрагменты собираем, но вряд ли они мне пригодятся. Я даже не думаю, что я дойду до C4, потому что из как раз-таки вот этих вот фрагментов у нас и делается C4. Микросхема это называется, но называют фрагменты, неважно. Так, у меня подозрение то, что я уже смогу изучить шлем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И нам надо, получается, 125, насколько я помню. И вот у нас как раз-таки 125 сейчас будет. Сейчас проверим как раз-таки. И вроде бы у нас, да, получается, 25, все это делаем. У нас есть рецепт шлема. Тогда шлем нам бы скрафтить на самом деле. А с чего он крафтится, вопрос? Он крафтится всего-то из 12. Всего-то из 12. Давай сразу два шлема сделаем. Так, и вот у нас два шлема должно получиться. Да, один шлем надеваем, один у нас будет запасной. Остальную броню со временем скрафтим. Да, она как бы нужна. И косы, кстати, нужны. Косы же нужны для топовой брони, которая 50% защиты дает. Это как бы не хны, это прям... Не понял. А, все нормально. Я подумал, что я вот этот вот шлем скрафтил, но нет. Значит, шлем, ну, пускай тут лежит вместе с рецептами. Мне очень нравится строить около РТшки, потому что все сюда бегают, все приносят лут, а я этим пользуюсь. Но никого тут нет, и предлагаю пока что отправиться куда-нибудь поглубже. Я не знаю, даже на какую-нибудь новую локацию, возможно. Что у нас тут вообще приготовили? Склад номер 2. Аэродром. Самая интересная локация — сфера. Скорее всего, сфера под зараженной зоной, но противогаз мы крафтить не будем в этом выживании. Мы пока что без этого обойдемся. Я думаю, сфера очень годная, и там можно много всего найти, но пока... Тихо. На крыше заправки кто-то есть, на крыше заправки. Ну-ка, погнали, дружок, я к тебе иду. Зря ты, конечно, забрался на крышу, когда я вышел из дома. Убегай, пока не поздно, у тебя еще есть шанс, но ты не убегаешь. Ты не убегаешь, дружок, это твоя ошибка. Он спрыгнул еще, беги. Что-то рейдить собрался? Так, 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 так. Он меня не заметил даже, он меня не заметил. Я сразу подумал, что это дом железный. Так, 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 так. Дружок у нас тут сидит. Так, так. Вот так вот, замечательно. Ты у нас переплавлять собрался, так что ты у нас переплавил? Сейчас мы узнаем. Еще ничего не успел, он только и забирал как раз таки. Так что это мы переплавляем, нам бы это переплавить. Очень хорошо. Еще дополнительные скрапы для изучения. Замечательно. Наступала ночь, и всю ночь решил фармить. Нафармил более 100 скрапов и вообще очень много ресурсов получил. А отправимся в новую локацию мы уже в следующем видео. Обязательно подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте, ставьте лайк. Давайте соберем 1500 лайков. Удачи, друзья, и до скорых встреч.